Здорово, мужик. И хочу рассказать тебе движухи такой, все твои, поделиться своим впечатлением, мнением. Короче, Вова молодец, создал прекрасный проект, который помогает молодым ребятам хоть как-то сдвинуться с места, чего-то в жизни добиться. Меня зовут Олег, мне 21 год. Я из Новороссийска, смотри. Море, горы, солнце, пляж. Чё бы не жить, правильно? Но однажды утром я проснулся и подумал, какого чёрта? Я хочу жить в Питере. Я поскрёб по всем своим сусекам. Продал мопед. Собрал последние деньги, купил билет, и 29 числа я уезжаю жить в Санкт-Петербург. Вот. К чему? А к тому, что если у тебя есть проблемы с женщинами, сука, брось сигареты курить. Если ты куришь парламент и тратишь за 100 рублей в день, блядь, не покури 2 месяца. Заработай еще денег, собери на билет в Москву, езжай на тренинг. Это будет какой-то отправной точкой, отправным пунктом в твоей жизни, который будет вести тебя вообще всегда к твоей цели, которую ты будешь ставить после этого. Вот. Что еще хочу сказать? Книга. У Вовы есть отличная просто книга, наполненная всеми его мужскими убеждениями. Просто мне очень понравилось. Я брал эту книгу с собой, шел знакомиться с девками. Если мне где-то было сложно, я читал, перечитывал, переписывал, конспектировал, все это еще поливал там всякими мотивирующими видео. Ну, у меня все получилось. Я не знаю, что может не получиться у тебя, если ты пойдешь на тренинг. Не знаю, нет возможности пройти онлайн. Я думаю, все получится. Так что не сдавайся, ах да. А еще у меня 3 года условно и 500 000 кредита. И это не останавливает меня, чтобы исполнять свои мечты. Стремиться к своим целям. Вот так вот. Да, не спорю, у меня есть некоторые трудности тоже в отношении женщин, но не все сразу. Как только у меня появится возможность, а она появится, я обязательно точно так же заплачу Вове бабок. И он научит меня вообще полностью всему. А чему я не научусь до этого сам. А пока действую в одиночку. Вот. Чего советую тебе? Успехов. Че еще пожелать? Светлого неба над головой. Все будет круто. Давай, удачного лета.